программа Apollo Engineering, остров Исла-Спира, для высшего руководства. Мы загрузили для вас файлы, которые вы просили прислать вам в первую очередь. Засекреченные файлы по геномам мы уничтожили. Но хочется рассказать вам о том виде динозавра, который мы спутали в фазе 5. Элемент Ютараптор, которого мы вам показывали, оказался другим живым организмом, которому мы дали название Омнираптор, по некоторым научным исследованиям и фактам. Собственно, еще раз хочется вам доложить, что Омнираптор, как оказалось на деле, очень кровожадное, быстрое, сильное и хитрое существо. Также держится постоянно в большом скоплении своего вида, не каннибал. Конечно, бывают и одиночки, гуляющие по острову. Очень умные существа, часто подходят к нашим постройкам. Особую активность проявляют утром и к вечеру при заходе солнца. От их лап пострадало уже двое наемников и один ученый. Оружие пока не применяли, которые были съедены заживо. Посылаю вам некоторый материал для расследования. Код 5497.